Соревнования для самых быстрых. Чемпионаты первенства области по спринтерскому многоборью в памяти мастера спорта Александра Кузнецова прошли выходные в Иванове. Попробовать свои силы в дистанции на 50, 150 и 300 метров решили воспитанники спортшкол региона. Отрезок на 50 метров нестандартный для спринтеров, но арендованный у Энергоуниверситета Манеж. Большего по прямой не позволяет. Сначала бегали девушки, затем соревновались юноши. Очень сильные очки дают 50 метров. Вот то, что мы сейчас видели, кто пробежал 50 метров хорошо, ребятам, например, ну, как скажем, немножко, может быть, заторможенными, не такими скоростными, но более скоростно выносливыми, скажем так, на 400 метров, да? Вот. Им очень трудно потом будет догонять. Правильный старт очень важен у спринтеров. Отталкиваются от колодок. Каждый спортсмен настраивает их под себя. Если дистанция короткая, от 50 до 300, то я тогда сразу же с первых метров начинаю бежать очень быстро. И на последних метрах я стараюсь еще ускориться. Девушки в скорости тоже не уступают. Бьются до последнего за победу и красивую фигуру. Для фигуры хорошо и вообще выносливость и скорость развивается. Это всегда важно. Эти соревнования открывают осенний и зимний сезон в легкой атлетике. Победители получают грамоты, медали, денежные призы и возможность претендовать на место в сборные команды области. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.